Здравствуйте всем. Сегодня я хочу показать, как я делаю воблеры для летней рыбалки. На щуку, ну, в основном на щуку, но и окунь у нас берет. Вот такой вот воблер, это деревянный, ну, заготовочка, можно сказать, еще не до конца сделанный. В общем, вот эту вот лопатку с пластика я вырезаю, само тело воблера дерево, обычное дерево, лупилю, тачу, фото еще вставлю, покажу. Вот куда цепляются тройнички, ну и поводок, делаю вот такой вот тросика распущенного. Он цельно, вот это все идет, он выгнутый, так вот, так, это рисово. Сюда вот в нос воблера, ну это уже методом подбора, вставляю свинец, обычный свинец, подбираю, чтоб он был немножко вот так вот приспущенный. Ну, с дерева чем воблер плох, сразу с плохого начну, тем, что когда цепляешь, вот, допустим, этот размер, ну сколько он, с лопаткой сантиметров 5, когда цепляешь тройники все, плюс еще грузик, он может, ну вот этот не утонет. А вот если, допустим, воблер взять поменьше, там, ну такой вот, то он утонет. Поэтому я еще использую, ну, в последнее время начал делать с пробки, с винных пробок. Шампанское, винное, ну это шампанское. Вот с них я использую. Она уже, вот эта вот пробка, она проваренная в воде, ну, чтобы она вот такая отстала. С них он с любыми тройниками, вот если такой воблер сделать, и сюда тройники хоть такие вот повесить, два штуки, он все равно будет вот так вот, он не утонет. И обвеску ему, балансировку грузом тоже. Так, вот сейчас покажу. Готовые. Вот этот, допустим, вот этот воблерочек, он с пробки. Пробочная, игра у него офигенная. Вот этот вот с дерева, деревянный. Ну, за разукрашку, ну, я, ну, как разукрашиваю просто кисточками, поэтому вот так вот, что имею, то имею. Тоже деревянный. Ну, этот немножко вот такой тройной. Вот такой вот тройной с тремя. Ну, вот в чем беда, он деревянный, последний склад, ну, вот этот хвостик, можно сказать. Тройничок ставлю немножко, ну хотя бы даже вот такой вот тройник ставлю. Он получается вот так вот. Эти плавают, а этот вот так. Ну, когда идет на углубление, он выпрямляется. Ну, с пробки было бы интереснее. Так, вот такие вот. Это деревянный поппер, вот такой интересный. Акула. Такой деревянный. Это пробка. Вроде бы, не помню, что честно говоря. Вроде бы пробка. Так. Вот такой вот. Хорошо себя этим летом показал. Он яркий. И окунь на него брал. Щуки много споймал. Такие вот. Ну, это подобие вот этого заготовочки. Правда, расположение второго тройничка по-разному. Вот, кстати, вот тут вот лучше сделано. Тут, если деревянный тройничок ставишь, он как раз
на носик ложится. И он нагрузку можно не давать. Ну, для дерева лучше, чем вот тут. Вот тут вот ставишь, он середина, даже больше к заду, ну, на хвостик. Поэтому еще приходится огрузку давать. Как-то так вот. Мелких много. Такие вот.